К сожалению, наши беседы. За сожаление, наши беседы. 30-летние. За 30-годишние. Не будет смотреть. Няма да ги разглежда. У 40-летних нет времени. За тези, тези, които са на 30, няма да гледат. 20-летние, они вообще не заходят нямат време. На такие скучные, тези, които... непонятные, бла-бла. За 20 години въобще не ходят да гледат такива скучни дрън-дрън. Ихни територия. Тяхната територия. ТикТок. Ихни територия. Там, где за несколько Земли. Секунд, е, там, если будешь дрыгать секунды, своей задницей или какую-то глупость будешь делать, все нечто, радуются, потому что подобие тянется к подобию. Радуют, что подобие-то е притеглено от подобие-то. Но у меня всегда есть вопрос дежурный. Имам винаги дежурен вопрос. Скажите, пожалуйста, скажите, можно ли считать? Можно ли да се смята? Можно ли использовать в отношении лидера? Да се използва по отношение на лидера. Слово масса. Думата масса. Масса лидеров. Масса от лидера. Масса ученых. Масса от учени. Масса успешных людей. Масса от успешни хора. Масса. Масса миллионеров. От миллионеров. Мультимиллионеров. Мультимиллионеры. Масса. Масса. Миллиардеров. От миллиардеров. Или масса мудрецов. Или масса от мудрецы. Вы уже знаете. Вы уже знаете. В отношении личности используется имя. Се използва името. Фамилия. Фамилията. Ну иногда псевдоним. Псевдоним. Единицы, единицы не измеряются в килограммах, в тоннах в тонове, или каким-то другим или счетом. Единицей это есть единица. Единица-то, това е единица. За счет развива чего человек человека становится единицей. Какво? Человекът става единица. Когда когато в этом кастрюле с ушами, он начинает анализировать, да, анализира увиденного, услышанного, сопоставлять, и сделать свои выводы. Прежде чем чего-то сопоставлять, каждый объект, чего он будет сопоставлять, он проверяет, от кого ты услышал. Кто сказал? Кой го е казал? Где ты увидел? Къде си го видял? Кто тебе показал? Кой ти го е показал? От того, что все толпой сидят, това, смотрят на екран, и на екране чего-то происходит, гледа екран, на екран нечто се случва, написан кем-то сценарий, сыгранный кем-то от няколко, художественный фильм. Художественный фильм. Один человек, создал, или фильм фантастику, или фильм фантастика, или мелодраму, или что? Или ну, что-то такое.